ребят идет с покупочками. Чего? Что ты там купила, ну показывай. Да на вечер все взял покупать. Ничего не буду показывать. Что, колбаса, сыр, хлеб и молоко? Ну что? Покажи. Да не хочу. Это хороший магазин, кстати, гастроном на магазине. То есть советуешь? И цены, кстати, не такие же, блин, как в обычных супермаркетах. Так что нормально. Шоколаду взял. Горького.